А чего не хватает в Армении? Да все хватает, все прекрасно. Жарко. Жарко? Это не минус, это плюс. Море. Море есть, воды нету. Спасибо. Да. Отсутствие запрета на курение и борьбы с очередями. Если бы можно было картой оплатить, наверное, было бы чуть-чуть удобнее, в остальном все классно. Чего вам не хватает здесь? Мне кажется, что надо чуть-чуть поработать над ментальностью моего родного народа, потому что как будто бы научились жить в Европе, а как жить по-европейски, пока нет. Кто президент Армении, кстати? Армянин? Жарко очень. Цены не устраивают. Дорого? Дорого. А что именно дорого, на ваш взгляд? Все дорого. Говорит, дорого. Во всех дорого и опять. Вам не нравится настроение людей, да? Будем улыбаться, что делать. Конечно. Хорошего дня. Да, вам тоже. Наверное, чистота.